Всех приветствую, всем ассаламу алейкум. Хочу высказаться по поводу наших некоторых блогеров, которые на просторах интернета свои конфликты выставили на всеобщее обозрение. Вы начинаете переходить на личности, оскорблять друг друга, оскорблять родителей друг друга. Оскорблять родителей друг друга вам на это никто не давал права. В первую очередь вы не должны забывать то, что вы мужчины. Берите наяву, созвонитесь, встретитесь, решите свои проблемы без интернета. Не нужно таким образом позорить свой народ и выкладывать весь материал, который вы собираете в интернете. Я даже читаю ваши комментарии, многие пишут, что вы позорите свой народ. Вы не думаете, что я именно против вас что-то имею, у меня есть какая-то к вам неприязнь, у меня нет никакой неприязни. Если вы не совершили какое-то преступление, вы также остаетесь моим братом, и я также остаюсь вашим братом. Но вы в первую очередь на территории России это все делаете. А если вы находитесь за пределами своей исторической родины, вы представляете свой народ, вы лицо своего народа. Об этом тоже никогда не нужно забывать. Еще мне многие пишут, вот у нас очень много достойных предков, которые открыли в разных направлениях свои открытия, в духовном, религиозном, в медицинском направлении. Да, это наши предки, мы им и гордимся. Вот вам простой пример. Берите от наших предков что-то себе полезное. Если вы считаете себя каким-то юристом и думаете, что вы можете налево-направо кричать обо всех, вам на это никто права не давал. Если ты занимаешься юрист, занимайся своей правозащитной деятельностью. Все только за. Если вы занимаетесь благотворительностью, занимаетесь бизнесом, развивайтесь в своем направлении. Не нужно свои личные конфликты выкладывать в интернет, чтобы на это все смотрели. Ассаламу алейкум, бародарои мухтарам ва апои мухтарама. Имрӯз дар навори мо хоҳиш мекунем навори моро бо диққат хушрӯ тамошо кунем ки имрӯз яке аз бародарони мо фарзанди ба нангу ба номуси миллати тоҷики мо яъне ки Каромат Шарипов аллоҳи меҳрубон раҳмату мағфиратш кана он шахс шахсе буд ки хизматаш дар тамоми миллати тоҷик расидагӣ буд алҳамдулилла аллоҳи меҳрубон раҳмату мағфиратш кана мо мардами шукргузор ҳастем, мардами хуб ҳастем, миллати мо миллати хуб аст. Падаршам бигем хато намекунем, Худованди меҳрубон раҳмат мағфираш кунад, Каромат Шарипов. Бародари азиз, мо ҳамин қадар ҳастем ки, мо ҳамин хеле ҳастем ки баъземон даравда хизматҳои мардака фромӯш мекунем. Барои ҳамин қа ҳамчуноне ки падараш хизмат мекард, имрӯз фарзандаш хизмат кистай аллоҳи меҳрубон баракатш бита Худованд аҳда муш хорус нагира дар ҳаққи эшон дуо кунен. Бародари азиз, ман навора мемонам, навора хуб тамошо кунен. Хоҳиш мекунам дар ҳаққи падари и бародармон яъне ки дуо кунем. Фромӯш накунем бародари азиз, алҳамдулилла мо хеле мода и хеле шахсиятҳо камчинанд. Дарави карда мо лидерои худмона фромӯш мекунем. Фромӯш накунем, дар ҳаққиш дуогӯ бошен. Тало шоҳидае ки ма насколка медонам чӣ қадар раҳмати мағфираш кунад. Ҳатто мардами муҳоҷир вақте дар карантин монда буд, чӣ қадар ёрдам кард буд, чӣ қадар саҳми хича гузаронда буд, чӣ қадар хост заминоша буфрӯшава мақсад мардами муҳоҷира ёрдам кна. Бовар кунед да ҳаққи эшон дуо кунед. Худованд раҳмати мағфираташ кунад. Худованд нигаҳбон тумбоша бародари азиз.